Специалисты метеорологического портала «Расписание погоды» предрекли Владивостоку осадки на протяжении 102 часов. По их прогнозу, дождь должен начаться в ночь на 14 июля и продлиться вплоть до воскресенья. Эта новость со скоростью ветра разлетелась по соцсетям. Что касается информации, которая появляется в соцсетях о том, что в течение 102 часов в городе будет идти дождь, она не является достоверной. На самом деле погода практически всю неделю в Владивостоке без существенных осадков, вот кроме тех самых пресловутых утренних моросящих туманов. Существенных осадков в крае тоже не ожидается. Скорее наоборот, их отсутствие может неблагоприятно сказаться на уровне пожароопасности. Вся неделя в крае будет жаркой, на побережье душно, в континентальных районах температурный фон преобладающий будет 28-36 градусов. Ну, в принципе, это достаточно закономерно для середины лета, как раз июль в крае является самым жарким местом для континентальных районов. На побережье по утрам вероятны достаточно густые и временами моросящие туманы, которые ослабевают в течение дня. То же самое относится и к Владивостоку. По информации синоптиков Примгидромета, в городе на этой неделе сохранится высокая влажность воздуха более 90%, а температурный фон будет держаться в пределах 20-25 градусов. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на Восьмом.